Приветствую вас. Понимаете, штука в том, основная, что вас задевает то, что человеку вы не нужны, и что он вам не пренебрегает, потому что вы не нужны себе сами, и вы сами собой пренебрегаете. То есть для вас определяющим является то, что вы нужны человеку. Для вас не является определяющим то, что вы нужны сами себе. Для вас не является определяющим то, что вы, условно говоря, могли бы делать, то, что вам интересно, ваши собственные цели и задачи. Нет, для вас это не интересно. Для вас интересно только то, что вы нужны человеку. Так это разве не повод, например, спросить себя, почему в моей жизни есть, почему в моей жизни самое важное, это, условно говоря, вот нужность другому человеку. Вот о чем вам нужно себя спросить. Все остальное получается, вы обесценили себя. Все остальное получается, вы оттолкнули. Все остальное получается, неважно. Ну вот, если следовать там, если следовать вашей позиции, если следовать вашей логике, все остальное неважно. Важно только то, что вы кому-то нужны. И, конечно, вы не можете смириться, пока у вас есть в какой-то степени обесценивающие тенденции по отношению к себе самой. Ну, это я образно говоря. Обесценивающие тенденции. То есть, как бы, обесцениваю себя без другого. То есть, без другого я не важна. Вообще практически, да, там, без другого я не важна. Только с кем-то я важна, да, одна я не важна, вообще не важна. Ну, так вот, об этом и речь, понимаете? Если вы одна, себе не нужны, если вы одна, себе не нужны, так простите, как вы можете смириться тогда с тем, что вы не нужны другому? Ведь это же, извините меня, невыносимо. Невыносимо чувствовать и знать, что ты не только сам себе не нужен, но и другому человеку не нужен тоже. А еще более невыносимо, когда ты знаешь, что ради него ты делал очень много. Ты жертвовал собой, возможно, жертвовал людьми. Понимаете? Штука-то какая? Вот. И вы от этого пытаетесь убежать. Сейчас вы от этого пытаетесь убежать.
Но бежать, очевидно, у вас не получается. Вот, потому что, ну, от себя как бы не убежишь. Как не пытается, да, но от себя не убежишь, не убежишь при всем желании. Понимаете? Вот, поэтому вопрос здесь в том, чтобы постараться увидеть основания для того, что вы себя обесцениваете. И что у вас вот такая вот самооценка, такая вот самооценка, при которой возможно вот раствориться в другом человеке настолько, что только его внимание, только его признание, только его реакция вам нужна и важна, грубо говоря. А вы сами вообще не важны, вот вы, ну, вы сами вот по себе как бы. Ну так это вот как бы вопрос, это вопрос к вам в большей степени, понимаете? Это признаки созависимости, опять же, то есть это вот то, что в психологии называется созависимостью, к сожалению. Или зависимо. Вот. Вы боитесь одиночества, у вас заниженная самооценка, вот. Вы идеализируете, значит, ну, мужчину, идеализируете партнера своего. Вот. И как бы, ну вот, вот такая реальность, условно говоря, это вот та реальность, в которой вы живете сейчас. И чтобы из нее выходить, вам нужно во-первых, увидеть, как вы туда попали, как вы в нее попали, в эту реальность. Что вас в нее привело? Какие предпосылки были к этому, для этого, к этому, какие предпосылки были. Вот. А, это первое. И второе, это вот ваши характеристики, личностные характеристики ваши, вот, которые сделали возможным вот вот это все, что сейчас происходит. Вот. Такой вот момент здесь. И, к сожалению, вот, ну, условно говоря, опыт психотерапии, он говорит о том, что человек сам самостоятельно эту проблему решить не может. Ему нужна помощь специалиста, потому что сам человек возвращается снова и снова в этот вот круг замкнутый и так далее. Ну, потому что мысли у человека, образно говоря, привычны. То есть они просто привычны, они вот, ну, они привычное русло, эти мысли входят, да, и все, и человек уже не осознает, что он движется, по сути, в том же самом направлении, что и до этого, грубо говоря. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам.
Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что обратная связь, которая у вас появится после моего комментария и комментариев коллег, послужит началом психотерапии и плодотворной работы со специалистом над вашими проблемами. Вот. Всего вам самого доброго.